раз дети читают стихи. Меня зовут Дмитренко Мария. Мне 7 лет. Я живу в городе Железногорске, Курской области. Я буду читать стихотворение «Письмо Деду Морозу». Написала его моя мама. Я села писать Деду Морозу письмо и думаю, что попросить у него. Сначала для мамы, а что же ей нужно? Косметика есть, 2 коробки к тому же. Одежду не весело, новый айфон, да нет, ведь ее не порадует он. Конфет, шоколада, от них растолстеет, крутую БМВ так водить не умеет. Чего у нее или нет, или мало? Да, вспомнила мама, когда-то сказала, что времени ей никогда не хватает, поэтому многое не успевает. Так вот, Дед Мороз, ты, старик, постарайся, и время для мамы искать отправляйся, чтоб только побольше на отдых дела, чтоб мамочка дома почаще была. Для папы, ну, здесь Дед Мороз все попроще. Удачи в дороге, ведь он дальнобойщик. Для Яночки, это сестренка мне, волшебный билетик прошу у тебя, чтоб как захотела, так прям в тот же миг примчалась из Питера к нам напрямик. Ну а для меня тренажер непростой, а чтобы волшебный и недорогой. Когда я ленюсь, чтобы мне помогал, лень в трудолюбие он превращал. Не хочется делать уроки, тут бац, включился мотор, и уже в тот же час бегу я к заданиям, их все выполняю, и лучше подарков я не представляю, других пожеланий тебе больше нет. Дмитренко Мария, с неловким приветом.